Итак, я приступаю к разделению. Я выделил квадратную зону верхней части, так я буду строить квадратную градацию, как на височной зоне, так и на затылочной зоне. Что мне теперь нужно сделать? Я должен выделить височную зону. Диагонально. И зафиксировать его, ее, чтобы она мне не мешала. Есть. Вторую сторону я абсолютно так же выделяю. Для более четкого разделения я ставлю палец туда, куда должна прийти моя расческа. И разделение намного чище получается. Затылочную зону от верхней затылочной. Для того, чтобы упростить себе работу, создаю первую контрольную прядь на затылке горизонтальным разделением. Примерно я должен понимать, где у меня будет самая короткая часть. Итак, наклоняю голову чуть-чуть в сторону. И работаю в технике круглая градация. Диагональными разделениями. Направляю волосы в сторону. Вижу контроль, работаю четко по контрольной пряди. Есть. Простригли одну сторону, переходим ко второй стороне. Диагональное разделение. Вижу два контроля, верхний и контроль посередине. Переходим к
верхней затылочной зоне. Выделяю контрольную прядь. То же самое делаю с другой стороны. Я должен намочить волосы. Вижу контроль, работаю строго по контрольной пряди. Двигаюсь по кругу, для того, чтобы не создавать никаких углов. Другую сторону. Также двигаюсь по кругу. Работаю с контрольной прядью. Вижу контрольную прядь. И работаю четко по контрольной пряди. Сразу же перехожу на височную зону. Я должен намочить волосы, разбить проборы. И также в технике градация я работаю на височной зоне. Наклоняю голову чуть-чуть в сторону. Водой разбил пробор. Вижу контрольную прядь с затылка. Вот она. И параллельно своему разделению я срезаю. Дальше. Следующая прядь. Таким же способом в технике градация я наращиваю объем и поднимаюсь выше.
Выделяем следующую прядь. И уже здесь работаю в технике градация. Вижу контроль. Никуда ничего не перетягиваю. Для большей четкости я выделил полностью контроль по кругу. Облегчаем височную зону. Таким же способом немного убираем уголок. Переходим в верхнюю зону. И начинаем работу в технике треугольной своей. Вижу контрольную прядь. Иду к самой длинной.
Следующий ответ. Последняя моя прядь на своем месте. Облегчить нашу челку. И присоединить к нашей градации горизонтальным разделением. Иду к самой длинной части. Моя последняя прядь. После сушки мы приступаем к технике шлифовка.
И теперь создаем окантовку по росту волос. Мы закончили оформление нашей линии. И сейчас приступаем к проработке нашей формы. Облегчаем массивные зоны. Я наклоняю голову так, как мне удобно.